Здравствуйте, мои хорошие, с вами Джаз Джек, и сегодня мы с вами начинаем проходить игру под названием Related. Мне ее посоветовала Ксюшечка Пеппер, сказала, ты просто создан для прохождения этой игры, и я ей поверил, поэтому давайте начинать. Посмотрим, что это такое. Хорошая рисовочка. Приятная. Ага, тут озвучка диалогов. Хорошо. Жуткий сон. Так. Спаси меня. Или не совсем сон? Так, подожди, а я не понял. А там у нас был черный экран, вообще ничего не было видно. Мы на месте. И зачем вам нужно в эту глушь? Тут поблизости ничего нет. Один заброшенный приют, да и только. Так, мне нужно кое с чем разобраться. Это не ваше дело. До свидания. До свидания, музерфукер. Музерфукер. Глава первая. Все возвращается. Глава первая. Все возвращается. У, сука. Ща будет все возвращаться у нас. Так, левый клик к мыши, чтобы идти. Похоже, ворота закрыты. Нужно поискать другой способ пробраться. Так, нужно осмотреться. Так, ну давайте пойдем, посмотрим. Пойдем и посмотрим, что у нас. Так, справа у нас них. Нифига хорошего. Ничего хорошего. А слева? Она так идет, как будто у нее это приступ какой-то сейчас случится. Или коленки болят у нее, не знаю. Вот. Но ходит она как-то крайне так себе. Кажется, в кустах что-то есть. Кажется, в кустах что-то есть. Так, инвентаря у нас. Кажется... Ну, пойдем. Так, кусачки. Отлично, кусачки. Как вы тут оказались? Да хей, возе, как они тут оказались. Так, ну, пока вообще ни черта не понятно. Что за Джессика? Какова ее мотивация? Спаси меня, там было написано. Чё, кого? Так, давайте прутья перережем. Не-а. В смысле, не-а. Не выходит. А вот это что такое? Так, ладно, стоит осмотреться. Так, подожди, я не понял. А если пойти вправо тогда? Так, боже, это место. От одного только вида мурашки по коже. А, вот оно что. Птичка. Здравствуй, птичка. Так, проволока все проржавела, не хотелось бы лезть туда руками. А, окей, у нас есть кусачки. Надеюсь, эти кусачки еще на что-то способны. Ага. Ага.
Ага. Хорошо. Откусили. Хорошо. Мы смогли это сделать. Мы смогли. Теперь мы внутри. Это воспоминание из детства, да? Джессика, учителя опять жалуются, что ты разговариваешь сама с собой. Да, но... Послушай, я знаю, тебе пришлось несладко, но ты была совсем маленькая и не должна ничего помнить. Это все твое воображение. Она не настоящая. Бесчувственный болван. Он даже на нас не смотрит. Это ты виновата в том, что мы тут оказались. Мы же договорились быть нормальными. Но ты знаешь... Ну, знаешь, это ты лезла без очереди. Вечно не даешь мне отвечать на уроках, всезнайка! Джессика, ты опять меня не слушаешь. Мне тоже хочется свести наши встречи к минимуму. Давай договоримся. Ты постараешься контролировать свое воображение, и мы больше не будем докучать друг другу. Хорошо, мы постараемся. Мы? Простите, сэр, я постараюсь. Что ж, ладно. Иди на обед, а то опоздаешь. Ок. Ок. Джессика, значит, и Джулия, да, какая-то есть? Бе, похоже, это вчерашний обед вперемешку с ужином. Как хочешь, но я эту дрянь есть не буду. Предпочтешь голодную смерть? У нас тут небольшой выбор еды. Точнее, его вообще нет. Почему же? Я слышала, как ночью приезжал грузовик с поставкой продуктов. Но сомневаюсь, что нам хоть что-то из них достанется. Это все персонал. Наверняка все самое вкусное себе оставляют. Похоже, у кого-то идея. Да, но это глупо и опасно. Пробраться на кухню? Ты что, это отличная идея. Просто нужно быть аккуратными. Ну вот, почему мы не можем думать отдельно? Теперь осталось добавить воровство в наше дело, и удочерения нам не видать. Да ладно, это ведь твоя идея. К тому же, ты правда веришь, что у нас еще может быть семья? Если бы хоть кто-то и хотел взять себе ребенка в нашем приюте, мы бы все равно оказались в конце списка. Похоже, желудок за эту идею. Тогда вперед. Так, удивительно, как некоторые могут есть это с удовольствием. Наверное, не все готовы умереть голодной смертью. Большая часть детей уже пообедала. От такого варева все наверняка сидят в туалете. Фу. Ну да. Ну да, о, хлебушек. Давайте возьмем хлебушек. Этому хлебу как минимум неделя. Может пригодиться. Наш любимый супчик. Судя по объемам, нам предстоит его есть еще как минимум два раза. Так, мы же не можем просто взять и войти. Так, а если применить хлеб? Не, понял. Хлеб не применяется. Так, эта картина меня пугает. Так, очень интересно. Похоже, сегодня на кухне опять дежурит Шарлотта. Да уж, это легко понять по странной слизи на посуде. Интересно, что она с ней делает? Я даже знать не хочу. Жаль, нам нельзя завести котика. Этой девочке очень повезло. Так, подожди, ну и что? Не выходит. А что мы с хлебом-то должны сделать? Так, ну отдельно она кого-то не выделяет. Так, не выходит.
А может быть, в хлеб засунуть? Ой, в суп? Не выходит. А, повар. Похоже, повар сейчас совсем один. Нужно его как-то отвлечь и проскочить на кухню. Так, интересно, а как его отвлечь? Ну, давай хлебом. Может, хлеб ему в лицо кинуть? Чёртвый хлеб. Посмотрим, как он понравится вам. Скорее, прячемся. Кто тут едой разбрасывается? Сейчас я надеру твою задницу! Угу. Окей. Нам нужно срочно забежать на кухню, пока повар не вернулся. Так. Есть, мы внутри. Не могу поверить, что мы сделали это. Теперь нужно как-то, как можно скорее найти, чем подкрепиться и бежать. Так, гора кастрюль совсем пустые. Гора кастрюль совсем пустые. Запичка. Так, что тут у нас? Давай посмотрим поближе. Так, нажмите внизу, чтобы уйти. Благотворительный фонд «Детские улыбки». Директору детского дома Дугласу Макдауэлу. 16 мая 1939 год. Уважаемый Дуглас Макдауэлл, наш благотворительный фонд «Детские улыбки» с радостью сообщает вам об удовлетворении прошения о помощи вашему учреждению. Наши спонсоры посчитали сумму пожертвования приемлемой, и отныне мы будем оказывать регулярную финансовую поддержку детскому дому. Мы также надеемся, что ваши подопечные оценят наш маленький подарок в виде нескольких коробок разнообразных вкусностей. Ведь детские улыбки – это самая прекрасная вещь на Земле. И мы очень рады, что ваш приют теперь на нашем попечении. Благодаря таким людям, как вы, Дуглас, дети без семьи могут почувствовать любовь и заботу, которой им так не хватает. Спасибо, что делаете их жизнь лучше. Надеемся на долгосрочное сотрудничество. С уважением, глава фонда Оливия Уайт. Так, как там? Любовь и заботу? Они точно про нашего директора? Скорее же, давай откроем ящик. Так, ну окей. Хорошо. Очередная порция супа. Он бесконечен. Ай! Какого черта ты туда пальцами лезешь? Ну, идем просто дальше. Так, вот здесь у нас какая-то... Хрена себе тут сейфище. Я не могу идти сейчас. Вот это что? Пирожки? Это мне пригодится. Что это? Пирожок. На улице никого. Посмотри на отражение. Мы такие широкие. Не отвлекайся. Мы на важной миссии. Так, я не понял. А где вкусняшки-то? Зачем повару мука, если мы едим одни супы? Потому что они готовят для себя. Вкусняхи всякие. Так, подожди. Ай, да. Опять обожглись. Да. Как тут неудобно сделано управление, это просто пипец. Так, и... Ну, вот это не открывает. Ну, это печка, да? Это типа печь для запекания, для упекания. Подожди. Вот же ящик. Вот. Ой, дурашка. Так, что это у нас? Клубничный джем. Последний раз мы его ели... Никогда. Но я все равно уже его люблю. Так. Это что? Ты только посмотри, сколько печенья! Будем ждать, пока нам его раздадут или все-таки украдем. Судя по дате на письме, этот ящик тут давно стоит. Не думаю, что они собирались с нами делиться. Боюсь, если мы возьмем что-то с коробки, они сразу заметят. Так ты вскрой коробку, у тебя пирожок там лежит. Так.
Так, медовый батончик. Какая вкуснятина. Угу. Так, подожди, что? А что, если мы возьмем пирожок? Не думаю, что это хорошая идея. И что? А вот это... Так, никогда не видела таких конфет. Так возьми. В чем проблема? Так, ну и... Медовый батончик, конфеты, клубничный джем. Никогда его не ели. Окей, видимо, мы, наверное, не думаю, что стоит возвращаться через... Ага. То есть мы просто посмотрели, да, получается? Так, отпустите меня, я ничего не делал! Посмотрим, как ты запоешь, оставшись без обеда. О, пацан по щам получил из-за нас. Из-за девчульки, смотри-ка. Давай побазарим. Нам нужно как-то его утешить. Давай дадим ему пирожочек. Да? Здорово тебе досталось. Прости, это наша вина. Наша? Но тут больше никого нет. То есть... Погоди-ка. Так это ты бросалась едой в повара? Он же совсем озверевший накинулся на меня. Я не думала, что кто-то может пострадать. Я просто хотела пробраться на кухню и стащить что-то съедобное. Здорово. А теперь я без обеда. Поверь, ты немногое потерял. Ты новенький. Меня зовут Джессика. Вот, держи. Спасибо. Я Томас. Наслаждайся. Обычно нам такой еды не достается. Это пирожки с яблоками? Мои любимые. Моя бабушка пекла такие, пока... Что такое? Она умерла. Бабушка была единственным человеком, который был добр ко мне. А родители? Я бы все отдала, чтобы хоть глазком взглянуть на своих родителей. Ну... Я так понимаю, в этот приют забирают детей из проблемных семей. Так что вряд ли они были хорошими людьми. Ты не можешь знать. Прости, я просто сужу по своим. Они были жестокие, так что мне трудно представить, что у кого-то может быть иначе. Расскажи мне о них. Наверное, лучше тебе, чем тому психологу. Он не открывается, не отрывается от той газеты. О, я понимаю, о чем ты. Ему на нас плевать. Мои родители постоянно ругались и выпивали. Мне сильно доставалось, а бабушка спасала меня, периодически забирая к себе. Но когда ее не стало, больше некому было меня защитить. Отец любил запирать меня в подвале без еды, воды и света. Однажды я провел там почти неделю. Я думал, что больше никогда не выйду оттуда. Какой ужас! А как ты к нам попал? Однажды отец перестарался с побоями, а соседи достали мои крики. Они вызвали социальную службу, и вот я здесь. Теперь я понимаю. Мне жаль. Еще и повара на тебя натравили. Все нормально. Я рад, что мы познакомились. Хоть и таким способом. Я тоже рада, что встретила тебя. Знаешь, хоть мы тут почти с самого рождения, мы так и не смогли ни с кем подружиться. Можно вопрос? Ты уже несколько раз говорила «мы». О ком идет речь? Не стоит ему говорить. Мы же почти его не знаем. Знаю, но он был с нами откровенен. Может, все-таки скажем? Как хочешь. Но если что, это ты виновата. Ладно, мы расскажем. Вот так, девчушка с раздвоением личности, которая в итоге выросла, стала у нас мада... А чё она не бегает? Она раненая или что? О-о-о.
Что ж, похоже, это место пробуждает воспоминания сильнее, чем я думала, Томас. Ладно, нужно продвигаться дальше. Надеюсь, в приюте сохранилась хоть какая-то документация. И все это путешествие в прошлое было не напрасно. Так, я так понимаю, мы просто будем... эта игра состоит из того, что мы будем продвигаться, и по мере продвижения вперед мы просто будем как бы... возвращаться в прошлое и, ну, узнавать историю нескольких персонажей, да? Потрепанный чайник. Твою мать, птичка. Чуть не обосрался от этой птички. Черт возьми. Ворона на обед. Каннибализм среди птиц. Интересно. Меня сейчас тошнит. Вот это да. Я так понимаю, это с элементами хоррора, да, будет? Зря я наушники на всю выкрутил. Похоже, вороны тут частые гости. Похоже на то. А, ну да, вон следы. Так, что там? Так, частые гости. От стола все еще исходит запах того самого супа. Деревянная доска. Похоже, крепкая. Так. Окно на кухню добротно заколотили. Пейзажи не впечатляют. Ну да. В детстве нас сильно наказывали за разбитую посуду. Не то чтобы это часто случалось. Так, окей. Почему она как инвалид идет? Крепления рассохлись и картины упали. Так. Это мне пригодится. Нахренась? Нам это пригодится. Просто тупо две доски, окей. Ну и нахренась нам это все, назна? Нахренась нам это, назна? Назна-то нам это нахренась. Так, похоже, часть пола на втором этаже обвалилась. Даже перила отлетели. Помню, в детстве нас ругали за бег в коридоре. Переживали за сохранность полов. Да, сейчас все раздолбано. Так, ну я понимаю, что нам две доски надо сюда положить, да? Путь перекрыт. Нужно найти другой проход. Так, ну ладно, на второй этаж пока подниматься, наверное, не будем. Джессика. А, не ходи, теперь твоя очередь. Ходи точнее. Джессика, ты дернула стол, так нечестно. Ничего я не толкала, опять все валишь на меня. Я видела, ты дернула ногой ножку стола. Ты бесишься, потому что выпало плохое число. Я тут ни при чем. Ты думаешь, я слепая? Прекрати кричать, нас услышат. Если бы ты не трогала стол, я бы не кричала. Заткнись, заткнись, заткнись! Окей, все очень плохо, когда ты не в ладах со своей второй личностью. Ну, как бы, в принципе... История, игруха достаточно интересная. Что? Что это за место? Джулс? Джулия, ты где? Постойте, я контролирую все тело целиком? Что тут происходит? Короче, Джулия — это ее темная сторона. Какой милый пуфыстик. Тихо, нет. Ох, мне здесь не нравится. Фу, от мешков несет. Что я? Куда вообще нажал? Куда я иду? Я нечаянно вообще куда-то нажал. Куда-то вообще... Куда это? В одище спускаюсь? Куда это? Что это?
О, господи, Джулс, это ты? Это внутри кобры? Как же мне тебя вытащить? Так, ну у нас ничего нет. Окей, давай подниматься. Поднимаемся. Так, подожди, значит, мы, получается, типа в каком-то монстре сидим, да? Короче, мы нашли Джулию, нам нужно что-то, что поможет нам освободить. Так, ну мы слили кровь. Нужно как-то опустить мостик. Как-то нужно опустить мостик, а? Подожди. А вот это что? Так, это мне пригодится. Что это? Часть рычага. Перчатка? Возможно, перчатка мне пригодится. Так, куртка. Открывашка. Хорошо, банка. Так, банки с консервами. Это жижа давно протухла. Так, все, здесь, в принципе, ничего не берется, да? Значит, можно выходить. Открывашку мы взяли. Так, это что? Крышка слишком туго закручена, мои маленькие ручки не справятся. А если открывашкой? Ну-ка. Крышка слишком туго, так, ага. Там что-то торчит. Ну так возьми. А, голыми руками я брать не буду. Понял, перчатку. Оп. Пинцетик. Мне таким занозу доставали в медпункте. Ага, хорошо. Фу. Так. Я не думаю, что это хорошая идея. Он пахнет клубникой. Так, Мишка, Мивка пахнет клубникой. Так, тут у нас под доской что-то есть, но мне нужно как-то сдвинуть ее. Так, это нам получается... Ну, давай попробуем. Тайник в полу? Подожди. Так, ага. Ну, явно не пинцетом. Ну, да-да. Окей, нам нужно какой-то... Что-то найти, короче, такое прям. Так, это что? Так, не понял. И... Оно все исчезает? Так, подожди, то есть нам нужно правильно как-то это расположить или что? Или что? Так, ну как-то наугад, оно... Это не то немного. Так, подожди, а здесь что? Ого! О, он весь в крови. Не, видимо, это не нужно было наугад ничего располагать. Просто, скорее всего, булавки. Может быть, что-то, если это двинуть, можно найти где-нибудь. Но я не уверен в этом на 100%. Нет, скорее всего, оно так не работает. Так... Какой симпатичный глазик. Ну-ка, открой глазик. Так, подожди, это нам надо пинцетиком туда залезть. Так, пинцетиком. Так, что мы достали? Мы достали крючок. Крючок. Какая симпатичная очаровашка. Ага, не люблю эти. Так, идеальный сервиз для чаепития. Вот бы Джулия видела это. Надеюсь, она в порядке. Какая миленькая лампа. Так, подожди, ну и давай попробуем ножом, может быть, вскрыть. Типа,
Так, под доской что-то есть. Ну, явно не крючком, да. Так, подожди-ка. Мы взяли крючок. А нитки? А, нет, это так не работает. Так, ладно, так, туда мы не можем выйти. Это земля за окном? Вполне. Так, ну, здесь явно нам, в принципе, нечего ловить. А, подожди, а вон тут вот это... Нет. Окей, так. Нам нужно как-то это дело опустить. Ага, хорошо, опустили. Ага, ломик. Так, это мне пригодится. И ведро мне тоже пригодится. Мокрый след. Ага, может быть, ведро чем-то нужно будет наполнить и туда поставить? Ну, как бы, как вариант. Этот кирпич можно вытащить. Так, некоторые вещи осматриваются. Подожди. А, нужно вот так нажать и вот так. Так, какой-то символ и два. А, это вот здесь надо скрытую комбинацию какую-то нажать, да? Так, подожди. Какой здесь был символ? Круголечек и такая... А, ну вот она, да, круголечек. Хорошо. Подожди, я где-то такие символы видел еще. Так, цифра 5 и какой-то зонтик, да? Так, подожди, цифра 5 и какой-то зонтик. Нет, это не зонтик. Вот этот зонтик, да? По идее, вот этот зонтик. Хорошо. Так, дальше я еще видел вот здесь, если сейчас поднять. 0... И глазик. А, подожди, это глазик, и тут и был глазик. Вот этот глазик тут и был, хорошо. Не, подожди. А. Так, здесь еще что-то видел, по-моему. Так, не здесь. Здесь? Так, нет. Может быть, здесь? Так, ну, открывашки у меня больше нет, поэтому... К сожалению, я это сделать не смогу. Так, а если ножом? Не думаю, что это хорошая идея. Окей. Так, ну, ладно, давай сюда тогда. И сейчас мы применим лом, монтировочку. Ага, что это такое? Странный сверток. Музыкальная шкатулка с балериной. Так, к ней должна быть приложена записка. 4 отверстия для ключей. Так, тут 4 отверстия для ключей. Что там? Еще раз. Просто 4 отверстия для ключей, да? И один ключ — это мишка. Один ключ — это мишка. Один ключ — это херишка. Ой, сложно как-то все. Это предметов-то все добавляется. Все как-то это... Становится сложнее. Подожди, а нахрена вообще нам ведро, например, к примеру? Так, подожди, а если... Стой. Если мы сейчас наполним ведро,
Нет, ведро не наполняется? Подожди. Нет. Так, подожди. Это типа, чтобы увидеть, что цифра 5, это у нас такой вот... Ага. Так, факел. Так, что это на ручке факела? Где? Где там? А, цифра 1, это у нас такая хрень, да? Так, цифра 1, это... Какая хрень еще раз? Вот такая. Вот такая. Так, цифра 1, это вот такая хрень. Хорошо, дальше. Осталось две цифры еще найти. Подожди, я где-то их наверху, по-моему, что-то я видел наверху такое. Где-то... Подожди. По-моему, в одном из ящиков я видел. Вроде бы, но это не точно. Так, так, А12. Так, нет, подожди, значит, не в этом ящике. Значит, в этом ящике. Нет? Блин, да видел же вроде. Что, показалось, что ли? Ну, не зря же здесь вот это вот... Это, зачем-то же это нужно? Так, подожди. Нет, здесь куколка у нас не... Это, не фурычит. Так, нет, это не нужно. Балерину мы уже забрали. Короче, я предлагаю. Нам осталось всего две отгадать. Методом тыка, как я это обычно прохожу. Значит, вот так. И пошли крутить. По кругу. Так, не, значит, это... Погнали. Какая-нибудь точно будет комбинация правильная. Так, похоже на старинную головоломку. Подожди, негодяй. Нам нужно... Подожди, я понял. Нам здесь цифру 13 нужно. Нам нужно цифру 13 обозначить из, получается, 5. Составить цифру 13 из 5. Значит, смотри, что мы делаем. Пятерка у нас, получается, вот этот зонтик. Правильно? Единичка — это вот такой рисуночек. Все. А, первый ключик. Так, а он просто так не получается, крепко привязан. Так, ножом? Ага, он упал. Как мне в этом вернуться в приют? Берта опять меня отлупит. Так, пожалуй, возьму. Окей, давай-ка. А, подожди, надо его осмотреть. Осматриваем шкатулочку. Так, теперь вставляем ключик. Так, что-то мешает, ключ не поворачивается. Подожди, ну это же вот же он. Так, давай тогда... Ага, значит, получается что? Что получается? Получается то, что нам нужно искать ключи дальше. Правильно я понимаю? То есть это только первый ключ из там 4. Ну а сука! Ой, фу, крысы. Мишка с секретом. Второй ключ. Кажется, у Мишки в лапах что-то есть.
наугад вообще тыкнул. Да, второй ключ. Хорошо. Какой кошмар. Мишка был набит мертвыми мышками. Мишка мышками набит. Так, Мишка набит мышками. Мишка был... Так, пинцетик. Крюк еще у нас есть. Интересно. A few moments later. Острые зубы, острые зубы. О! 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 Так, этот зуб немного расшатан. Подожди. Сейчас мы его расшатаем монтировкой. Не-а. Так, может его ножом? Не-а. Блин, а что с ним делать-то? Да. О! Еще один ключ. Так, хорошо. Хорошо, ключик. Ключик заводной. Так, ладно. A few moments later. Может, тут что есть? Да хрен его знает, есть тут что? Опа, подожди. Возможно, здесь есть второе дно. Ага. Так, подожди. Пинцет? На дне щель, нужно чем-то поддеть. Подожди, а если крючком? Ах ты саная вонючая хрень! Я столько из-за тебя намучился. Всего лишь все так было просто? You fucking seriously? Так, подожди, теперь нам не нужен Мишка. Так, что-то мешает. Теперь нужно на правильных этажах это все включать, да? Теперь все же нужно на правильных этажах. Все это... Ой, начинается. Так, все же моя догадка была верна, да, по поводу правильных этажей. Так, это второй этаж. Так, погнали. А это вообще интересно, а чего ключ-то? От ее сердечка? Так, а третий? Может, третий сразу здесь прокан? Подожди, это третий, это сердечко. Так, что-то мешает. Подожди, а давай-ка... схема. 4-3 это на этаже ниже. Ну, я так понимаю, сейчас смотри, мы вот... Вот на этом этаже мы сейчас применяем. Логично было бы применить... третий, а на последнем этаже четвертый. Острый кровище пошло. С каждым разом все хуже и хуже, ребят. А у нее, по-моему, лицо немного тоже страшное стало. Вам так не кажется? Так, ну и последний, скорее всего, будет на... Правильно, последнем этаже. Ну, погнали. Окей. Смотри, у нее змея изо рта. Ёпта. Мегера Горгона. Последний получено достижение. Оу! Выглядит ужасно. Да фак. Вот это ее колдырит, конечно. Джессика, ты в порядке? Я думала, что с ума сойду. Ты вся в крови. И почему мы отдельно друг от друга? Я не знаю, это очень странно. Мне страшно, это как будто дурной сон. Да, но все ощущается вполне реальным. Мы же просто играли в змеи и лестницы. Что происходит? И я вот тоже, если честно, ни хера не понимаю, что происходит вообще. Что происходит вообще в этой игре? Алло. Джесс, Джулс, что с вами? Не понял.
Тут мы впервые прорвались в свое сознание. И еще и по какому-то дурацкому поводу. Хотела бы я снова услышать тебя, Джулс. А, то есть она в итоге от нее избавилась, да? Так, Related. Chapter 1. Так, написано Дарьи и Анастасии Бабчук. Графика и анимация Дарья Бабчук. Программирование Андрей Петров. Прошел игру, прошел эпизод для вас Just Jack. Спасибо за игру, подписывайтесь на наши аккаунты. Ну, что я хочу сказать? Ну, в принципе, неплохо, но как-то... Видно, что прям инди-инди игра. Ой, ну, не знаю, Ксюша посоветовала мне ее, конечно, сказала, что мне подойдет эта игра, но лично мне она как бы, это такой, знаете, не до Sally Face, какая-нибудь, не до этот, как еще, квест, Miss Unfortune, которая, и вот этот еще, Rainbow, да-да-да, вот. Что-то вот из этого, вот из серии вот такого вот. Может быть, все же найдутся любители вот этих вот штучек на канале. Надеюсь, кому-то зайдет. Надеюсь, я не зря потратил свое и ваше время. Вот. Надеюсь на вашу поддержечку, друзья. Надеюсь, что вам понравилось. Не знаю, буду ли я проходить полностью эту игру, потому что лично я... Не уверен, что на моем канале такая игра зайдет. Ну, потому что, ну, я уже на опыте знаю, что у меня на канале такого рода игры, ну, не заходят от слова совсем. Вообще не заходят, я бы даже сказал. Вот. Как бы, ну, посмотрим. Ладно, надеюсь, что все же это наберет чуть больше, чем 50 просмотров. Ну, посмотрим. Ладно, ребятушки, вот такая вот игра простая. Как простая? Помучиться, конечно, нужно было в определенный момент, да, вот эти... Все было вроде хорошо, а тут что-то какие-то вот эти поиски свои вот эти включили. Не знаю, такое, какое-то ощущение чего-то недоработанного остается все же в этой игре. Вот. Ну, да ладно, спустим это все на тормозах из-за того, что это делало всего лишь 3 человека. Это не какая-то там огромная индустриальная команда. Ну, все, не умею я прощаться, короче, это все. Давайте, до свидания, задолбали меня. Все, пока, пока. Куча хорошего настроения. Эй, бро, обязательно подпишись на этот гребаный канал. Ага. Спасибо, бро.